хорошо бы и Марину тоже сфоткать с Виталиком. Ну ладно. Как-то даже птицы затихли практически. Птицы даже практически затихли, тюкают только чуть-чуть. Разворачивает капитан. Капитан, мой капитан. Ух ты! А вы знаете, кто это? Ну это походу, который грызет куриц. Как его? Орёл. Ну вот похоже, да, на какое-то на какого-то грызуна. Прикольно. Класс. Так он уже убежал. Не знаю. А ты лезешь прямо на ветки, мы тут не пролезем, Жень. Нам надо правее хотя бы. Не понял. А вот тут пролезем. Даже течением пролезли. Чупакабра, которая грызет. Курец. Ворот. Да, по дереву. Прикол. Вообще. Надо будет посмотреть в интернете, кто это. Ну, кто тут живет, да? Я думаю, найдем, кто это был. И тельце длинное. Ну, похоже вот на всякие, вот как на всякие ласки, норки, да, вот такой вот. Ну, только окрас такой наш, наших широт, рыженький такой. О, там тоже прикольные завалы. Слушай, ну тут круто, мне нравится. Было прикольно. Сидела была на нору, а вот сейчас так прикольно не получится. Юные ботаники. Дай только какого-то непонятного зверька увидите, уже все довольные. Смотри, как корни сплелись. Красиво. Ай!
Ну, хоть этот зверек на видео попал. Питон, знаешь, что я поняла? Что чупакабра означает сосет козу. То есть, ну, наверное, коз высасывала. И они так назвали поэтому чупакабра. Прикинь? Меня осенило.